Централь попал там на сезон. Некоторые вещи не надо было сказать. Я сказал про вот, нашу тренировку, посмотрел. Некоторые думали, не надо было сказать, сказал. Как я думаю, там, режу там все, вот я смотрю, которые... Которые заорвут, там, Аллаху Акбар кричат, там, все там, такбир кричат, там, да, вместе там. Сюда вот приезжайте, когда сижу, там, вот говорят, все мусульмане воюют, приезжайте там. Вот, короче, там, убивали, ну, тогда, короче, такие вещи там. Которые там голову режут, там, говорят, вот мусульмане, вот так должен вести себя, так. Ну, мусульмане должны так вести себя, как животные, короче. Вот я как сюда попал, вот я, не надо бы рассказывать про это. Мужчины, которые я рассказывал там. Вот я сюда попал, вот свой признал, вину свою признал. Очень сожалею, когда никому не советую, так это совершили там. Ислам это не тот, который пойдет там кого-то убивает, там. Ислам чисто чистит, там, намаз делает, там, все там. Кого-то помогает. Но нет таких ислам, кого-то пошел, убивал там. Или угрожал там, что-то делал. Но нет таких вещей. Это самый большой грех. Это ваххабист передумали, который вот убивает там. Каждый намаз делал, каждый это дуа делал. Я постоянно молюсь там. За свои ошибки, за свои грехи, за свои вот все, которые я совершил. Я помолюсь там с личного, скорее, освобождения, во-первых. Во-вторых, там, своей семье быстрее там попасть. И помогать маму там, брату. Я своим младшим братишкам сказал бы, который я совершил, уже достаточно, вот, который я в их братья вот я попал. Не советую им так попасть. Такие ситуации, которые я глупо совершил, не хочу, они тоже попали так.